Масштабная авария на Одесской ТЭЦ. Непогода почти на сутки лишила одесситов электричества. Света нету, как с этим бороться, никто не знает. И все люди немножко, так скажем, в недоумении и выражают именно свое недовольство. Понятно, что аварии никто не застрахован, могут они быть или не могут быть. Но информацию, я думаю, что сегодня должен получать каждый человек. Обесточенными оказались Слободка, Бугаевка, дальние и ближние Мельницы, Молдаванка и часть района при вокзальной площади. Всему виной штормовой ветер и дождь, говорят в Одессаоблэнерго. Громоотвод рухнул на сети электропередач. Произошло короткое замыкание. Из строя вышло 165 трансформаторных подстанций. Линии в районе ТЭС проходит двухцепная линия с Усатого, 110 кВт, и с ТЭЦ, которая по пути своим подает электроэнергию на три подстанции – ЗРС, Ленинская и Чумка. Вот эта конструкция повредила линии так, что погас один трансформатор на Чумке и полностью по два трансформатора на Ленинской и на ГРЭС. Одессаоблэнерго попыталась запитать центр города по другой схеме, но тщетно. Сразу на двух подстанциях вспыхнули пожары. В ликвидации аварии задействовали 4 бригады электриков и спецтехнику. Ксения Терзи, Дмитрий Бондаренко, Думское ТВ.